Здравствуйте, меня зовут Елена Белова, и вы на моем творческом канале. Прежде чем я сделаю обращение к своим зрителям и поясню, как будет работать мой канал на платформе YouTube дальше, хочу поздравить милых рукодельниц, зрительниц моего канала с праздником 8 марта. Желаю вам бесконечного счастья, крепкого здоровья, мира, добра и любви. Ну а теперь к теме моего видео. Свой канал на YouTube я не закрываю, но работу на нем временно приостанавливаю. Но о политике я, как и прежде, говорить не буду. Мой канал как был творческим, так и остается, пока он существует. Вязать, снимать видео я не прекращаю. Но выходить они будут уже только на моем новом канале на Яндекс.Дзен. За последние несколько дней вышло уже 3 новых видео, будут и другие. Новый канал также у меня только творческий и только про рукоделие. Ссылку на канал я оставлю в описании под этим видео. На канале YouTube новые видео пока выходить не будут. А также некоторые старые видео будут доступны только на моем новом канале Яндекс.Дзен. На этом у меня все. До свидания.